В Уральске стартовал областной этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. В мероприятии принимает участие более 600 детей со всех районов и городских школ. Подробнее в следующем сюжете. Данная олимпиада проводится ежегодно для выявления уровня знаний школьников. В этом году ее организовали по 13 школьным предметам естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений. Мы замечаем, что дети приходят на Олимпиаду с большой подготовкой, поскольку от ее итогов зависит предстоящий выбор профессии. Это и своего рода психологическая подготовка к экзаменам и ЕНТ. Из общего числа участников 349 детей выбрали общественно-гуманитарное направление и 279 – естественно-математическое. Олимпиада проводится среди учащихся всех организаций образования. Наши ученики всегда неплохо показывают себя и на республиканском уровне, поэтому мы с надеждой ждем результатов. Олимпиада проводится на протяжении учебного года в 4 этапа. Перспективные ребята проходят школьную, районную и областную проверку знаний. На третьем этапе в Назарбаев интеллектуальной школе принимает участие 628 учащихся. Из них 294 – сельские ученики, 75 – из городских и 259 – представители областных школ. География пәні бойынша тапсырдым. Я выполнял задание по предмету география. Это мой профиль. Планирую в будущем заняться менеджментом или бизнесом в сфере торговли. У меня уже есть небольшой опыт. Летом я организовал торговлю мороженым. Научился рассчитывать и расходовать средства, прогнозировать прибыль. Мне это понравилось, а участие в олимпиаде помогает сориентироваться. В состав жюри включены преподаватели высших учебных заведений, методисты, опытные учителя и победители республиканских и международных олимпиад. Лучшие на областном этапе будут защищать честь региона на республиканской олимпиаде. Победа в финале дает возможность ученику стать обладателем гранта при поступлении в вузы. Итоги областного уровня подведут на этой неделе. Победители и призеры получат дипломы, благодарственные письма и медали. Алмагуль Джампиисова, Рустем Ищанов, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.